Всем привет, дорогие друзья! Когда USTC был запамплен, каждый день мне поступали вопросы. Стоит ли покупать данную монету? Ежедневно на ютубе я говорил, покупать не стоит. Киты впитывают ликвидность хомяков. Кому интересно, посмотрите прошлые видео. Кстати, вот именно они. Все это я говорил 2 месяца назад. На данном этапе USTC скорректировался. У людей нет интереса. Когда USTC был на хаях, меня никто не слушал. Люди предпочитали покупать. Я уверен, данные люди сейчас фиксируют убытки. Я уверен, данные люди сейчас не будут интересоваться USTC. Все это отразится на просмотрах. Посмотрите, сколько набирали прошлые видео. 3000 просмотров, 2000 просмотров. Сравните данные просмотры с теми, которые будут на этом видео. Я уверен, здесь просмотров будет очень мало. А все потому, что хомяки уже закупились и уже потеряли. На данном этапе хомяки закрывают свои позиции. И наконец-то я могу порекомендовать вам купить данную монету. Насколько вы знаете, набирали мы здесь. Это все открыто, я говорил здесь. В данном видеоролике 3 месяца назад. Самое интересное то, что данное видео не сразу набрало данные просмотры. Интереса сразу тоже не было. Люди не хотели покупать. Взрыв по просмотрам начался тогда, когда USTC показал рост. Из 1500 просмотров данное видео выросло до 2000. Набирает просмотры сейчас данное видео тоже вяло. А все потому, что интереса нет. К сожалению, толпа хочет покупать только на росте. Сейчас купят единицы. Постепенно данную просадку выкупят лишь сильнейшие. При покупке соблюдайте все меры предосторожности. Здесь мы аккумулировали позицию не один день. На данном этапе нам тоже необходимо скупать все постепенно. Не залетайте в одной точке. Биткоин на данном этапе подходил к 48 тысячам. Когда мы набирали по 16 тысяч, все смеялись. Люди не хотели покупать. К сожалению, толпа ждала еще ниже. Я помню, как люди писали про 9 тысяч. К сожалению, им не дали данные отметки. Толпу обожгли. За счет постепенного набора мы с вами оказались на ракете. За счет того, что мы шли против эмоций, мы оказались победителями. Биткоин только начинает свое движение. Цикл только зарождается. Киты свои позиции еще не разгружали. Всегда, когда начинается аномальный рост, киты начинают закрывать позиции. Закрытие позиций мы с вами еще не наблюдали. Все, что делали киты здесь, это просто набирали. Это говорит нам о том, что все только начинается. Альткоин сезона у нас еще не было. Сейчас биткоин накачивают капитализацией. Альта себя покажет, когда биткоин даст такую предрасположенность. USTC себя тоже покажет. Я собираюсь спекулировать данной монетой. Спекуляции я буду продолжать вплоть до 80 центов. Если данная монета все же подойдет к 80 центам, то я закрою все свои позиции. Доллар я ждать не собираюсь. И об этом говорил уже не один раз. Внимание, не путайте этот прогноз с прогнозом на Terra Classic. По Terra Classic я действительно жду 1 бакс. И это тоже вопрос времени. Касаемо USTC. Данная монета мне интересна только с точки зрения спекуляций. Данный проект соскамили. Ждать полноценного восстановления я бы не стал. Монетой USTC мы спекулируем. Помимо этого, набираем также и другие монеты, которые не были соскамлены, которые сейчас заряжаются на последующий памп. Что это за проекты, какие именно монеты я набираю, я отписываю ребятам в закрытом клубе. Если вы имеете желание набирать вместе со мной, то присоединяйтесь.
Здесь вы получите 4 закрытых курса. Начало, секрет рынка, элитный инвестор и практик. Понимая, как необходимо работать, используя правильные инструменты, вы будете набирать вместе со мной и с моей командой. На данном этапе в закрытое комьюнити еще можно присоединиться. Доступ оплачивается только один раз. На бычке мы это исправим. Все новые люди будут оплачивать доступ помесячно. А все те, кто присоединился заранее, останутся здесь навсегда. Кстати, сейчас действует скидка. И все те люди, которые зайдут прямо сейчас, зайдут дешевле, чем остальные. Рынок всегда дает шанс набрать правильные монеты. Рынок всегда вас ждет. Растем мы меньше промежуток времени. Большую часть времени мы падаем. Страх необходимо забирать. На росте не жадничать и скидывать позиции. На фьючи мы не лезем. Фьючи — это станок, который бреет всех. Фьючи — это хедж-инструмент для манипуляторов. Это не инструмент для обычных людей. На споте в конце цикла мы заберем 50-70 иксов. И это будет только началом нормального роста. Если вы имеете желание пройти бычий рынок вместе, то присоединяйтесь в закрытое комьюнити. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал. Если не подписаны, ставьте лайк. Если не поставили, желаю всем удачи, всего хорошего. И всем пока, друзья!